Приветствуем вас на канале Центр Связь. Сегодня мы с вами рассмотрим новый роутер. У нас его на канале еще не было. Это у нас тандем. Это у нас роутер для самых маленьких, для тех, кто только начинает. Его скорость 10 мегабит. На самом деле это небольшая шутка. Конечно, роутер не для начинающих, а для IoT-устройств, IoT-устройств. Ну, для тех, кто не понял, загуглите за Яндекс.Сети или сходите в библиотеку. Значит, устройство работает на скорости 10 мегабит входящей и 5 мегабит в обратную сторону. Для всяких там счетчиков, котлов газовых и так далее. Я бы не сказал, что это устройство дешевое, поэтому оно медленное. Все-таки оно все-таки дорогое, но оно вроде как, говорится, стабильное. Поэтому LTE первой категории. У нас будет здесь на QTEL, это у нас будет 10-мегабитный канал в режиме, возможно, мимо 2 на 2. Посмотрим с вами, две сим-карты. Ну и по большому счету давайте рассмотрим роутер поближе. Это у нас сборочка, но мы сейчас с вами откатимся подальше. И вскроем с вами роутер вот такую коробочку. Сейчас я сделаю так, чтобы мне было удобно смотреть. Потом рассмотрим интерфейс и так далее. Значит, вот он, роутер. Комплектация. Сам роутер новозапечатанный. Давайте его вскроем резаком. Вскрывать нужно обязательно от центра и во внешнюю сторону, чтобы что-то не повредить. Одним движением. Вскрыли. Соответственно, снимаем упаковочку. Девайс вновь распакованный. Давайте расскажем о его плюсах и минусах. И вообще, кому данный девайс может быть нужен. Очень надежное у него крепление сим-карты. То есть она вставилась, прижалась и задвинулась. Какой плюс? Сама не выскочит. Всякое может бывает. От температуры не отходит. Не было замечено, потому что прижим металла. Металл не так играет, как пластик с нагревом. Значит, есть отдельный джек питания DC и LAN. Также работает PoE LAN. Вот на данной схеме мы с вами запитали его именно вот так. Можно запитать по LAN, PoE питания. Есть Wi-Fi, но правда один порт. Не знаю, вам видно, давайте поближе поднесу. Так вот один порт. То есть, по сути, Wi-Fi есть, но так себе. Ну а что вы хотите, здесь вообще скорость 10 мегабит. Значит, вот он, настроечки можно посмотреть. Модем, значит, у нас здесь LTE первой категории. Еще раз напоминаю, высокостабильный канал. В пределах 10 входящий, 5 в обратную сторону. Вот подписано LTE 1. Я надеюсь, вам видать. Ну и по большому счету больше вам нечего рассказать. Здесь у нас QTEL EG91-EX. Не знаю, может сейчас там как-то сыграет, наверное. Может увидите название вот так вот. Вот так вот, да, видно название. Ну и все. Более тут как бы вам нечего подсказать. Значит, интерфейс позволяет автоматически переходить с одной сим-карты на другую. Давайте я буду показывать резаком, это будет более удобно. Если у нас проблема, то переключение между сим-картами происходит в пределах, по-моему, 5, 7, 8, 10 секунд до 15 секунд. Тем самым это самые быстрые роутеры по переключению и резервированию канала из тех, что есть. То есть фирма Крокс. Она все-таки переключает в пределах минуты. Но это связано с особенностью самой операционной системы, реализации, в принципе, программы управления менеджером модема. Поэтому вот так вот. Единственный минус данных устройств, что здесь стоит старенький OpenVRT, то есть, по-моему, 17-й версии. И, соответственно, доп. Установка пакетов возможно, но они уже сильно устарели. Поэтому работа из коробки вот так, как есть. То, для чего это задумано. Давайте рассмотрим веб-интерфейс. Он выглядит у нас вот так вот. Здесь у нас просто адрес изменивший, но так адрес другой.
видим версию программного обеспечения, заходим на сам девайс. Значит, здесь мы с вами видим, соответственно, что у нас микродрайв, видим, какой у нас здесь модуль стоит, его прошивочку. Значит, видим настройки сети, видим, что у нас сим-карта 2, видим параметры, видим, что у нас полоса 20 МГц, это у нас B7. Ну, в принципе, тут особо нечего смотреть. Единственное, что вот эти ПО в этих устройствах немножко обрезано, в отличие от тех, что идут у них гигабит и так далее. Там немножко функционал порасширенней. Это мы с вами можем посмотреть в... Так, где мы с вами можем посмотреть? Значит, в VPN-ах, по-моему, это видно было, да. Здесь у нас максимально возможный вариант, это только L2TP OpenVPN, то есть GRE туннеля нету, раз. Но при этом же у нас есть Wi-Fi. То есть если мы брали гигабитные платы и 100 мегабитные платы 6 и 12 категории, то там Wi-Fi нету. А здесь он есть, хоть он и слабенький, но он есть. Тем самым мы можем все-таки этот Wi-Fi использовать для каких-то целей, ну, например, для подключения каких-то камер, да, обратный канал 5 мегабит слабовато, но если мы знаем, что у нас до 5 мегабит в обратке, и камеру мы выставляем, скажем, поменьше битрейт, поменьше кадров, то в принципе можно эксплуатировать. Подключить сюда одну антенку и использовать. Для управления котлом или каких-то умных розеток вполне достаточно этого Wi-Fi, вполне достаточно этих скоростей. Поэтому, в принципе, устройство многофункциональное. Модем. Ну, здесь, в принципе, интерфейс стандартный. То есть, можно выбрать, с какой сим-карты стартовать, переключение. Еще один плюс, соответственно, тандемов. Это, ну, мы, правда, про это уже давно говорили, что мы можем выбирать для каждой сим-карты свои бенды. Вот видите? Для первой выбранный бенд 8, а для второй его уже нет. То есть можно более точно подстроить, можно прописать APN и так далее. То есть не в каждом устройстве данный функционал реализован. Не всем он нужен, мало кто использует две сим-карты одновременно. Так, ну в общем-то в принципе все. Больше нам тут с вами особо рассматривать нечего. Никаких дополнительных здесь не разведено, ни компортов, ни РС-ок, ни... всяких там линий из 2, ничего здесь более нету, то есть это обычный роутер со стабильной LTE первой категории. Давайте посмотрим, какая у нас здесь будет с вами скорость. Это у нас скорость была предыдущего обзора. Здесь вот как раз мы с вами сейчас и будем наблюдать LTE для начинающих. Это до 10 мегабит и до 5 в обратном канале. Хорошее устройство, но почему-то у них цена негуманная. Хотя для стабильности цена нормальная. То есть вот, как мы вам и говорили, до 10 и до 5. Это работает четко. То есть у каждого устройства есть свои клиенты, есть свои задачи, которые оно будет решать. Холодный, надежный. В общем-то, людей не подводил. То есть, если кому-то нужно данные девайсы, то, в принципе, можете приобретать. Обращаться в тандем. Мы конкретно их не продаем. У нас таких клиентов нету. Но вот они у нас есть, мы вам их показали. Соответственно, если кому-то хочется или у кого-то появится такая задача, вы можете зайти на сайт тандема, купить данный роутер и эксплуатировать его под свои задачи, как вам нужно. Ну и все, подписываемся, ставим лайки, комментируем.